В Якутске делегация международной корпорации производителей электронных устройств Intel. В преддверии Дня программиста они провели в технопарке Якутия семинар в области информационных технологий, искусственный интеллект и анализ больших данных. Лекторы Intel рассказали о современных и будущих технологиях для решения научных, образовательных, индустриальных и иных задач. Послушать коллег пришли представители местных IT-компаний и студенты профильных учебных заведений. Мы проводим в целях ознакомления именно вот такими трендовыми понятиями на сегодняшний день. И думаем, молодежь больше будет уделять внимание именно по таким сложным технологиям, то есть не только вот, допустим, разработкой приложений и так далее, но и еще вот более вот сложными понятиями.